Я хочу сказать, донести до МВД, министерства, что мой сын, находясь в служебное время, получил производственную травму, так сказать, ввиду этого лишился пальца. Несмотря на то, что мы обратились в суд и были приведены документы соответствующие о травме, и были свидетели также со службы производственной травмы, но суд решил иначе. Мы надеемся, что МВД все-таки пересмотрит свои взгляды и признает то, что мой сын пострадал и лишился пальца, и как дальше проходить будет его служба.